Здравствуйте, дорогие друзья! Дальний Восток, Приморье – один из красивейших уголков нашей страны. Это и горные хребты, покрытые таежными лесами, зеленые долины с лугами и перелесками. Это и морские берега с черными скалами и пенистым белым прибоем. Здесь немало знаменитых заповедных уголков. Тихоталинский, Кедровая Падь, Уссурийский заповедник. Там обитают замечательные животные, звери и птицы, занесенные в Красную книгу. Уссурийский тигр, леопард, горал, белый аист дальневосточный и многие другие. Обо всем этом мы сегодня расскажем вам. Давайте ненадолго заглянем под полог таежного леса Приморья. Познакомимся с его обитателями, героями нашей сегодняшней передачи. Пожалуй, в лесах нашей страны нигде нет такого удивительного разнообразия животных. Такого необычного сочетания северных и южных видов, таких как бурый медведь и тигр, соболь и горал, бурундук и амурский полос. Этот мир всегда привлекал внимание ученых. Каждый год они уходят по таежным тропам, чтобы познать тайны и загадки животного мира. Исследователи ведут учеты животных, наблюдают за их поведением, фиксируют изменения, которые происходят в природе.
Из всех животных этого обширного края нам хотелось бы выделить наиболее интересные виды. Ну, прежде всего, это, конечно, редкие исчезающие виды, занесенные в Красную книгу СССР. Такие как дикий пятнистый олень, горал, амурский тигр. Каково положение с этими видами сейчас? Надежно ли они охраняются? Не грозит ли им исчезновение с лица земли? Приехав в Приморье, мы хотели получить ответы прежде всего на эти вопросы. Так побывали мы в Уссурийском заповеднике и встретились с его директором Анатолием Ивановичем Кудиновым. Николай Николаевич, вот с этого кордона начинается наш заповедник. Заповедник был создан по инициативе академика Комарова в 1932 году, в начале нашего века. Вначале заповедник воспроизводил флору Южно-Уссурийской тайги, но потом он стал комплексным. А почему именно вот в этом месте, в этом районе? В этом районе он стал потому, что здесь наблюдается как северные виды, так и южные виды, то есть граница их проходит. Вот, например, пихта цельнолистная. Наш заповедник является северной границей распространения пихты цельнолистной, самого крупного дерева дальневосточной тайги. В то же время наблюдается ель аянская, и распространение ели аянской, это является, значит, южная граница ели аянской. Анатолий Иванович, ну а чем особенно примечательна флора вашего заповедника? Николай Николаевич, флора нашего заповедника очень богата. У нас свыше 800 растений. Притом растений редких, некоторые из них занесены в Красную книгу. Вот, пожалуйста, рядом характерный экземпляр яблони манжурской. Дерево редкой величины, да, для наших даже условий. Яблоки, правда, мелкие, но, да, но птицы, ну, их любят, наверное. Птицы любят, особенно рябчики. Очень любят эту ягоду. Ну и уже не стоит говорить о женьшене. Кругом о нем говорят, пишут. Ну и у вас его полно. У нас не полно, но у нас он есть, растет. А вот вьется по деревьям вот эта лиана это? Вот, пожалуйста, здесь сразу три вида лиан. Виноград амурский, так, ягоды вкусные, вино даже можно делать. Mm-hmm. Так. И здесь же лимонник китайский. Вот. Помимо этого еще, вот видите, там лиана, вот она плохо заметная. Да, луносемянник, она встречается только у нас, да. Ну, это полу такая травянистая лиана. Mm-hmm. Но, однако, она растет у нас, свободно здесь растет в заповеднике. Анатолий Иванович, а чем особенно примечателен животный мир заповедника? Да, Николай Николаевич, у нас животный мир очень богатый. В заповеднике встречаются и северные виды животных, и южные виды. У нас и тигр, и леопард. Встречается и бурый медведь, редко, правда, но встречается. Гималайский медведь у нас не редкость. Постоянно живет, постоянно мы его видим. Встречаются мелкие такие грызуны, как бурундуки, северные формы. И хищник росомаха с севера пришла к нам. А копытные какие? Копытных у нас не такое большое разнообразие, но, однако, у нас есть и изюб. Стадо изюбра у нас считывает свыше 200 голов. Пятнистый олень, олень-цветок. Все, наверное, его видели. Ну, как же, в Красной все, книге. Да, все знают, олень. У нас тоже больше 200 голов в заповеднике. Косуля встречается. Ну и многие другие виды. Вот, многие другие виды. У нас только в заповеднике нет из хищников, допустим, волка нет. Ни красного, ни обыкновенного нашего волка. Но когда-то нет. Обыкновенный волк был. Был у нас волк. Но когда появились тигры, а у нас их сейчас около 4-5, у нас волка не стало совершенно. Потеснили своего мелкого конкурента. На лесных тропах Уссурийского заповедника повидали мы немало редких растений, интересных животных, множество насекомых, некоторые из них очень крупные, такие как махаоны маака, или гигантский уссурийский усач, или дровосек. Более скрытны, конечно, млекопитающие, увидеть их не так легко.
нашего глаза подчас укрывались и барсуки, и медведи. Эти скрытные животные появляются чаще всего на рассвете или в вечерние сумерки. А уж увидеть живого крота — это совсем редкий случай. В Приморье обитает два вида медведей — бурый и белогрудый. Белогрудого еще называют черным медведем. Бурых медведей по Приморью около 5000 особей, а белогрудых всего около 3000. Но в некоторых местах, как в Уссурийском заповеднике, бурого медведя меньше, чем черного. Черный медведь меньше бурого, значительно. Бурые медведи обычно залегают в спячку в берлогах, которые они делают под валежником. А вот черные медведи забираются на деревья и там в дуплах проводят зиму. Директор Уссурийского заповедника показал нам одно из таких деревьев, где зимует черный медведь. Бывали случаи, что когда такое дерево лесорубы спилят, из упавшего дерева выбегает черный медведь, разбуженный лесорубами. Черный или белогрудый медведь лазает по деревьям прекрасно. Причем и медвежонок может это делать, и взрослый. В то время как у бурых медведей взрослые особи обычно настолько тяжелеют, что лазать по деревьям уже не могут. Черный медведь находится пока под охраной. Но специалисты в беседах с нами говорили, что уже пора ввести лицензионную охоту и на черных медведей. Численность их в Приморье стабилизировалась, и в некоторых местах он стал даже наносить вред охотничьему хозяйству. И взрослый медведь залезет на дерево очень легко. Переходя через горные речки, нередко на побережье среди камней удавалось увидеть ядовитых змей-щитомордников. В Приморье немало редких видов змей. В научных целях их содержит в Уссурийском заповеднике сотрудник Михаил Павлович Кириллов. Вы содержите у себя в террариуме заповедника несколько видов змей и различных земноводных и ящериц. Вот это самый характерный, вероятно, представитель кельпетофауны здешних лесов. Расскажите нам о нем. Ну, это обычный из представителей кельпетофауны Уссурийской тайги Приморского края, амурский полос. Он считается самой крупной змеей, но это не самый крупный экземпляр вот в данном случае. Длина его достигает 2 метров и в диаметре 6 сантиметров. Здесь буквально 4 сантиметра в диаметре. В общем-то он молодой, где-то 3-летнего примерно возраста. А вот этот вот молоденький, первогодок, вот, буквально ему 2,5 недели, амурский полос. Совсем другой расцвет. И он совершенно не отличается от взрослого, и его практически трудно даже узнать. Я первый раз, когда увидел, тоже спутался и не мог этого сделать. Ну, этот злится немножко, вот он вас даже укусил. Ну, это ничего. Вот, просто он несколько агрессивный. Хотя недавно совершенно перелинял, блестящий такой. И интересная особенность, наступили заморозки, я их на улице держал. Да. Вот, и у него, прежде чем начинается линька, мутнеет глаза, становятся молочно-белого цвета такие. Вот. И потом, с наступлением морозов, они опять просветлели, он где-то неделю не линял. А потом моментально за один день шкурка слетела с него. Очень чистенько, аккуратненько. И за ними вообще очень интересно, значит, наблюдать. И не потому, что какой-то там престиж или что, а наоборот. Просто и для познания, потом у каждого вида змей свои определенные повадки. Охотится каждый по-своему. Своеобразно совершенно.
быстро приспосабливаются, даже в условиях неволи, вот амурский полос, вот, быстро приспосабливаются, начинают охотиться. А другие змеи, вот, как щитоморники, они практически почти не питаются. Вот. Эти две ядовитые змеи, щитоморник палас или обыкновенный вот этот щитоморник, характерный рисунок у него хорошо заметен. И каменистый щитоморник или восточный щитоморник, да. Характерный рисунок кольцами по бокам тела, с двух сторон кольца с точечками. Некоторые бывают черные формы, совершенно хорошо отличаются друг от друга. Но все-таки по рисунку, так, если глаз хорошо набит, то можно отличить можно два отличить, вида. Да. Один широко распространен на юге нашей страны, вплоть до европейской части, а этот водится только на юге Дальнего на Востока. На юге Дальнего Востока, эндемик. Местный вид. Фауна пресмыкающихся и земноводных на юге Дальнего Востока очень разнообразна. Здесь немало эндемичных видов, а есть и такие, которые широко распространены на юге нашей страны. Такие, например, как узорчатый полос. Эту змею чаще можно увидеть не на земле, а среди ветвей деревьев. Она забирается на самые тонкие веточки, достигает гнезд птичьих и в дуплах, и на ветвях, и питается кладками птиц, птенцами. Конечно, больше врагов у наземно обитающих змей, таких как гадюки, например, или щитоморники. Им приходится защищаться от нападений различных куних, от нападения ежей и других хищников, которые не прочь полакомиться змеиным мясом. Иногда можно увидеть и кладки змей в укромных местах. Немало красочных неядовитых змей, таких как дальневосточные ужи, ярко окрашенные и не опасные для человека. Среди земноводных здесь обычны дальневосточная квакша, дальневосточная жерлянка. Нередко они оказываются добычей тех же змей. Ядовитые змеи, щитоморники, держатся в каменистых местах, а также в сырых укромных местах вдоль речек и ручьев. Здесь иногда можно наблюдать, как змея пьет. Это довольно редкое зрелище. Найдя даже небольшую лужицу, она всасывающими движениями поглощает воду. Щитоморников отлавливают, конечно, не на территории заповедника, а в охранной зоне или в незаповедных местах, и используют их яд для медицинских целей. Немало здесь и четвероногих хищников из семейства куних, кошачьих. Можно здесь увидеть и выдру, и небольшую, сравнительно кошку, дикую рысь. Рысь широко распространена по всей нашей стране, от западных до восточных границ и от лесотундры до самых южных пределов нашей страны. Это небольшая кошка весом около 10 килограммов, с коротким хвостом, длиной всего сама около 90 сантиметров, охотится на самых разнообразных животных, начиная от мышевидных грызунов и зайцев, кончая кабаргой и даже молодыми оленями. Иногда пытается она поймать и выдру, но у той есть спасение в воде. Ну, пожалуй, самый знаменитый зверь на Дальнем Востоке – это амурский тигр. В прошлом он обитал на обширных таежных просторах этого огромного края. Но человек осваивал равнинные участки Приамурья и Приморья.
и в результате жизненное пространство тигров сокращалось. Не было никаких ограничений в охоте на тигров. И в начале 30-х годов нашего века этих красивых кошек осталось всего несколько десятков особей. И тогда в защиту тигров выступили ученые, деятели охраны природы. Наиболее крупный участок постоянного обитания тигров сохранился в Сихотайлине, и здесь в 1936 году был организован Сихотайлинский заповедник. Еще годом раньше южнее был создан Лазовский заповедник, но тигров там уже не было, и звери освоили эту территорию лишь спустя несколько десятилетий. Создание заповедников и замечательные исследования экологии тигров, начатые зоологом Каплановым, изменили отношение к этому зверю. Преследование тигра постепенно прекращалось. В 1947 году был введен запрет охоты на тигра, а в 1955 году на 5 лет был запрещен даже и отлов их. Все это положительно сказалось на численности тигров, и учет зверей в последние годы показал, что их сейчас около 200 голов. Теперь ученые говорят, что угроза существованию амурского тигра миновала. Он сейчас имеет широкие охотничьи участки. Его добычей оказываются кабаны, косули, другие копытные. В отдельных случаях выдаются лицензии на отлов тигров. На отлов выходят бригады тигроловов. Они обычно выбирают молодые особи тигров, так называемых подростков. Вот вы видите, что преследующие тигра собаки лишь немного мельче его, так что тигр, конечно, еще не крупный, молодой тигр. Но, несмотря на это, работа тигроловов связана с риском и опасностью. Тигров отлавливают для того, чтобы затем передать их в зоопарки страны, а также для того, чтобы проводить научные исследования и даже для сохранения самого генофонда этих прекрасных животных. Тигры обитают также и в Уссурийском заповеднике. И здесь немало сотрудников, которые видели их хотя бы издалека. Иногда даже сталкивались с ними, что называется, нос к носу во время учета животных. Не раз встречал тигра в тайге и старший лесничий Валерий Александрович Ковалев. Он согласился провести нас по тигриным тропам, показать следы тигров, а если повезет, то увидите самих тигров. Да, вот он. Нет, и вот там дальше. Да, вот она так прямо дорожка идет. Навстречу. Да, навстречу. Давай ближе. Вот хорошо видно. Валерий Александрович, вот следы молодого тигра. Как вы думаете, сколько лет этому тигренку? Ну, в общем-то, наверное, где-то в пределах года, может, чуть больше. Ага. И вот там недалеко след матери. Да, это вот мы видели сейчас на обочине, это, по-видимому, все-таки мать его. В таком возрасте они не покидают родителей еще? Ну, в общем-то, как утверждают наши зоологи, еще нет. Они, в общем-то, ходят еще с матерью.
Любопытно, почему вот следы так идут вдоль дороги. Им нравится ходить по дороге? Ну, в общем-то, зачастую бывает. И зимой выходят звери на дорогу, по-видимому, и легче идти. Потом, наверное, все-таки легче скрадывать зверя, они идут бесшумно по дороге. А летом в какое время? Да, частенько вот наблюдается это в капель, когда идет дождь, капает с листьев, значит, дождь, они выходят на дорогу. И вот заметный там бурый медведь, вот громадный. Да, след. Вот мы недалеко от машины буквально. Тоже видно ему сыро в лесу показалось. Ну и хорошее место для того, чтобы читать следы. Дорога вот с такими лужами и глиной. Пойдемте дальше посмотрим, какие следы еще можно здесь увидеть. Валерий Александрович, ну вот прошли мы по этим завалам, по распадкам. Подходящие это места для тигра, вашего владыки Уссурийской тайги? Да, конечно. Это места, в общем, весьма типичные для него. И здесь... Он наверняка был до нас где-то в этом месте. На кого же он охотится в этом? В этом году буквально вот на этом же склоне было нами отмечено, значит, тигр задавил изюбря. Вы сами нашли его? Взрослую, да. В общем... Вышли мы по крику ворон. А-а-а. Нас это заинтересовало, что там, значит, за базар такой у птиц. Вороны выходим, подсказали, смотри. Да, выходим на это место, и, в общем, задавленная тигрица. Изюбр, да. Задавленная изюбриха и следы тигрят, которые, в общем-то, только-только буквально отошли от нее. Здесь же были следы взрослой тигрицы, но в это время ее, видать, не было. Она где-то ушла еще что-то добывать, а тигрят оставила здесь питаться. Ну, конечно, эти места заповедны, но все-таки вы-то работники заповедника, конечно, сталкиваетесь с тигром. Когда происходят эти встречи, при каких обстоятельствах? Вспомните какие-нибудь интересные случаи. Ну, самый первый случай, когда мне... Я начинал только работать в этом заповеднике. Приходит вечером лесник в контору, и так, вот я буквально сейчас чуть ли не встретился с тигром. Что такое? Он шел по следу тигра. И буквально отойдя от дороги на 200 метров, выхожу, говорит, в кустах лежит чушка задавленная, буквально еще, в общем-то, не начинная есть, он не начал ее есть. Кабан, да? Да, дикая, дикий уссурийский кабан. Вот, ну, ага, у него спросили, почему, что я, мол, там это, себе не взял на котлеты немного мяса. Он, нет, говорит, это, значит, мой тигр в моем обходе, поэтому лучше с ним не ссориться. Но он говорит, все равно мне что-нибудь оставит, завтра, мол, утром. Ну, собрались зоолог идти, я пошел, и этот лесник. Приходим на это место, в общем-то, я был поражен. Это чушка, ну, я не думаю, что там меньше, наверное, 50 килограмм было мяса в ней. В общем, да. Полностью было съедено, остались буквально только копыта, ну, рожки, да, ножки. Не поделилась с лесником. И голова, да, нет. Ну, а вам самому, конечно, за это время не раз пришлось видеть тигров здесь? Да, приходилось, и вот в этом году на учетах, зимних учетах, зверей по белой тропе. Пришлось столкнуться буквально, ну, как называется, нос к носу с тигром. В общем, я вышел на логово тигров. Там было два тигренка, тигрицы. Не знаю, может быть, на наше счастье не было. Как бы она там себя повела, неизвестно. Мы были без оружия с лесником вдвоем. Вот. Но первого тигренка я не заметил, он его увидел. Стал кричать, показывая на сопку мне вон тигр. Ага, я немножко был в стороне от него, я не успел его заметить, он зашел за камень. Я пошел-то посмотреть, чем же он там занимался. И здесь, поднявшись на площадку, увидел вход, в общем, ниша в пещеру, типа пещера уходила под наклоном в скалы. Когда я наклонился, в общем, я увидел зеленые, с желтизной такие, в общем, какого-то глубокого цвета глаза. В общем, я понял, это тигр. Ну, первый какое тигр... расстояние было? Вот? Не, ну это буквально глаз где-то в пределах... Наверное, 4 метров, не более. В общем, эта ниша была такая, уходила в скалу, и там 4 метра, я считаю. Ну, это вы так сказали, тигрят или котят, ну, они, наверное, были больше метра длиной, да? Да, в общем-то, они уже, наверное, могли, поболее метра могли были длиной. Вступить в ответную драку, да? А, не, ну, за себя бы они, пожалуй, уже постояли тут, это, без сомнения. Ну, вот интересно, все-таки вы бываете часто на экскурсиях по
своему заповеднику. Я знаю, часто ходите без оружия во время учетов животных. Ну, не опасна ли встреча с тигром в целом для человека, который работает в тайге? Я считаю, что, в общем-то, нет. За 50 последних лет не спровоцировано нападение тигра на человека, зарегистрировано не было. В пределах всего так края? Так что, да, в общем-то, в пределах всего края, наверное, еще и Хабаровска. Ну, где распространяется везде, у нас тигр? Везде, где у нас в стране тигр. Да, есть. Да. Вот в такой тайге обитают красавцы-тигры. Тигр обычно передвигается по определенным маршрутам в пределах своего охотничьего участка. За сутки зверь проходит 15-20 километров. Он активен днем и ночью. Самцы ходят больше самок. Тигрица с малышами, естественно, перемещается еще меньше. Стол у тигра разнообразный. Здесь и пятнистые олени, и зюбри, косули, кабаны, горалы. Охотится он и на мелких животных, на зайцев, енотовидных собак, даже на птиц. Как правило, тигр бросается на жертву с расстояния не более 30 метров. И при неудаче первого броска он преследует жертву метров 100-150. Охотясь, тигр может подражать голосу изюбря во время осенних турниров. Изюбрь, обманутый тигром, выходит на этот звук и становится добычей хищника. Регулярно охотятся тигры и на медведей, как на бурых, так и на белогрудых. Бурых медведей они нередко вытаскивают зимой из берлог. Побывав в Приморье, мы убедились, что тигру не угрожает исчезновение. Численность его возрастает с каждым годом. Это результат бережного отношения к нему со стороны человека. Мы можем гордиться успехами наших ученых в деле охраны природы. Об этом рассказал нам директор уссурийского заповедника Анатолий Иванович Кудинов. Но есть еще и нерешенные вопросы. Ну, а какие сейчас проблемы беспокоят ученых вашего заповедника? Мы считаем, что заповедник стал тесноват для наших животных, для копытных и для хищников. Ну, вы можете представить, что 40,5 тысяч гектаров, а тигру нужно не менее 15 тысяч гектаров, то есть его охотничье владение. Мы считаем, что территорию заповедника нужно расширять. Это для животных, но и у нас не все наши растения представлены, или вернее растительные сообщества. Сосна могильная, например. У нас есть реликтовые рощи в соседнем районе, но они в заповедник не входят. Желательно, чтобы они попали в заповедную территорию. Ну, будем надеяться, что ваши рекомендации будут учтены. И да, хотелось бы, чтобы границы наши расширились. Пока что мы расширяем территорию за счет буферной зоны, за счет охранной зоны, организации охранной зоны. Но мы считаем, что этого недостаточно для охраны животных, растений. Хорошо. Желаем успеха в этом деле. Спасибо. В гористой местности Приморья обитают одни из самых редких животных Дальнего Востока – горалы. Держатся они по скалам побережья. Их любимые места обитания – утесы, обрывы. Сохранились они в двух заповедниках Приморья – в Тихоталинском и Лазовском. Всего их здесь насчитывается 600 или 700 голов. Горалы оседлы и крайне редко совершают значительные переходы. За день они обычно проходят всего 200-300 метров. Семья у них состоит из одного взрослого самца, 4-5 взрослых самок и нескольких детенышей. Участок обитания такой семьи изрезан набитыми тропами. Зимой горалы укрываются в небольших пещерах или среди нагромождений камней.
В меню гаралов разнотравье, листья и побеги деревьев и кустарников. Они великолепно ходят по узким карнизам и способны прыгать на высоту до 2 метров без разбега. Гаралы мало пугливы и близко подпускают человека. Поэтому-то они и были довольно быстро почти истреблены. И теперь их низкая численность требует строжайшей охраны. Осень в Приморье. Когда мы собирались побывать в этих краях, нам советовали приехать сюда именно в это время года. В красочный наряд оделась уссурийская тайга. Признаться, такого буйства красок, такого разнообразия оттенков еще не приходилось видеть. Осенью в жизни животных происходят большие перемены. Как и повсюду, в теплые края улетают многие пернатые. Другие животные утепляются, меняют летний наряд на зимний. Многие впадают в спячку. Осень – пора рыцарских турниров у оленей. Любопытно, что человек давно научился использовать повадки зверей в это время года. Охотники на вабу подзывают изюбря на близкое расстояние. А ученые ведут учет оленей на реву. Вместе со старшим охотинспектором Приморского края Владимиром Ивановичем Щетининым мы побывали на учете оленей. Владимир Иванович, ну вот в таких местах вы и проводите обычно осенние учеты изюбря. Да. По чернотропу очень трудно проводить учет по следу и так далее. Вот, поэтому мы используем биологическую особенность этого периода у благородных оленей, когда самцы кричат и очень здорово кричат. Вот, мы эту особенность используем, применяем для этой цели прибор, так называемый вабу. Ну а можно посмотреть, пожалуйста, как она устроена? Пожалуйста, продемонстрируйте нам. Ваба это изготовляется из бересты. Из хорошей бересты, смотрите, да? Бересты, да. Это специально вырезается она из дерева. С дерева срезается в виде ленты. Затем проваривается хорошо, обрабатывается. И вот, чтобы получить длинную, хорошую трубу. Затягивается. Она удобна для переноски в полевых, да, условиях. Портативная. Да. И легкая. Ну, давайте попробуем. Может быть, здесь где-нибудь в окрестностях и есть. Попробуем. Ага, действительно, смотрите. Один учнем. А с ним бывает еще 2-3 самочки. Ага, они тоже могут выйти, да? А нет, он их, как вам сказать, ну, они при нем присутствуют. Владимир Иванович, попробуем еще разок, откликнется или нет. Попробуем. Слышно, да. Но далековато, правда? Далековато. Вряд ли он. И, по-видимому, молодой. Через этот распадок, может, и не перейдет, но услышать он нас услышал. Уже учет можно проводить. Да. Сейчас нам остается выяснить, сколько с ним самочек находится. Ага. Ну давайте я попробую, пожалуйста. Может быть, получится. Да. Примерно так, да? Да. Снова ответил. Смотрите,
Значит, ну, вряд ли выйдет, может быть, но слышно хорошо. Да, ну, зато отозвался. Хорошая ваба. Не знаю, как уж я вабильщик, но ваба прекрасная. Осенью самцы и зюбри выбирают себе площадки для турниров. И в этом соревновании выясняется, кто из них будет иметь большой гарем из десятка самок и будет возглавлять такую семью. Дальневосточный изюбрь – это один из подвидов благородного оленя, который распространен от европейских лесов в лесах Кавказа, Южной Сибири и до Дальнего Востока. В разных районах этого обширного ареала его называют изюбрем, как здесь, или моралом, или просто благородным, или европейским благородным оленем. Осень – горячая пора не только у охотников, но и у ученых-охотоведов и у работников Государственной охотинспекции. Владимир Иванович, ну, вы занимаетесь учетами крупных копытных и других зверей в тайге. Но кроме того, ведь вы, конечно, занимаетесь и охраной этих животных. Хотелось бы узнать, как сейчас с браконьерством. Покончено или все-таки еще есть в крае браконьерство? Браконьерство есть еще в крае. Случай какой-нибудь припоминаете по задержанию браконьеров? Да, есть такой случай, очень неприятный. Это произошло на острове Оскольде, где группа браконьеров отстреляла несколько десятков пятнистых оленей, занесенных в Красную книгу. Этот случай вскрыл отважный егерь Анатолий Дуда. Браконьеры на этом острове устроили настоящую оскольдовую могилу для этих охраняемых животных. Ужас. Среди них были и ручные животные, которые приходили к детям, брали корм из их рук. И, конечно, они очень переживали, когда узнали о том, что эти звери были зверски убиты браконьерами. Ему одному удалось задержать целую. Да, он один смог это дело раскрыть. Молодец, молодец. Ну, наказание понесли они? Они понесли очень суровые наказания. Да, не все приходят в тайгу с добрыми намерениями. Браконьеры ставят петли на зверей, увечат деревья. У этого браконьера обнаружили около 40 корней и стеблей женьшеня. Такое потребительское отношение к дарам природы, хищническое отношение, заслуживает самого строгого наказания. И вот такие люди, приходящие в лес не как рачительные хозяева, а как незваные гости, подчас оставляют после себя еще более страшное бедствие – это лесной пожар. Непотушенный костер, брошенный окурок – все это, казалось бы, просто небрежность, а затем превращается в страшное лесное бедствие. Многие животные не успевают покинуть очаг пожара, оказываются застигнутыми огнем и гибнут. Многим не удается спастись даже в норах, а уж сколько гибнет мелких животных, которые не в состоянии убежать от надвигающейся стены огня.
Этот пожар был потушен сравнительно быстро. На помощь пришла современная техника. К некоторым участкам пожара можно было подъехать на лодках. В самый очаг были сброшены десанты пожарников. Эти отважные люди, рискуя жизнью, оказывались прямо в самом огненном кольце. И мужественно сражались с огнем. Много животных погибло. Громадный ущерб нанесен природе. На этом месте тайга не восстановится и через 100 лет. А ведь тайга – это богатейшая природная кладовая. Мертвые обгоревшие стволы деревьев – вот все, что остается в тайге после пожара. Освоение дикой природы – это неизбежный процесс, но он должен вестись рационально. Природные богатства должны использоваться разумно, комплексно, без нанесения излишнего ущерба равновесию в природе. Осенняя пора – это и время сбора ягод в тайге. Каких только ягод здесь не соберешь. Оралии и дикий виноград, лимонник и женьшень, актинидия. Это поистине уникальный дендрарий, созданный самой природой. Легендарный женьшень – это редкая находка. Тому, кто нашел женьшень, спешить не положено. Очень уж ценен этот корень. Выкапывая его, нельзя повредить ни одну волосинку на корне. Это молодой корень, здесь граммов 40, а бывают корни и более 500 граммов. Сейчас в нашей стране созданы специализированные совхозы по выращиванию женьшеня. На делянках таких хозяйств уже женьшень не редкость. Его много, и он становится доступным для изготовления ценных лекарств, которые служат здоровью человека. Пятнистые олени – это едва ли не самые красивые олени нашей фауны. Недаром пятнистого оленя называют цветок олень.
Но не следует смешивать дикого пятнистого оленя с теми оленями, которых человек содержит в оленеводческих хозяйствах. Хотя это и один вид, пятнистый олень, но в пантовых хозяйствах содержит одомашненную форму этих оленей. И если общая численность диких пятнистых оленей на Дальнем Востоке составляет немногим более 1000 особей, то в хозяйствах Приморья одомашненных оленей около 50 тысяч голов. В одном из таких хозяйств, Октябрьском, провел нас по вольерам директор хозяйства Иван Алексеевич Пилюгин. Иван Алексеевич, ну мы прошлись по вашим вольерам, прекрасный пейзаж, в хорошем состоянии олени, красавцы, конечно. Давно ваше хозяйство уже существует? Наше хозяйство существует с 1952 года. Ну вот сколько же теперь оленей? Ну, в настоящее время у нас около 7 тысяч голов. И на какой площади все это? На площади 4000 гектар. Ну, просторный вольер. Просторно, конечно. Ну, еще будем достраивать вольеру, потому что надо на каждую голову иметь, значит, полезной площади около 2 гектара. А имеем пока один, примерно 1/10 гектара. А чем они питаются? В летнее время питаются за счет травостоя, в зимний период питаются за счет силоса, сена и концентрата, шрот и комбикорм. И что же вы потом получаете самое ценное-то от оленя? Самое ценное от оленя мы получаем, это медицинский препарат пантокрин. Он очень нужен для людей. Вот так на подкормку сзывает оленей звеневой Виктор Ильич Касьянов. Мы помогли звеневому разбросать корма. Ну вот они ваш голос знают, так хорошо приходят? Конечно, знают, а чего ж не знают? Просто вас персонально, значит, если нет, я начну кричать... всех членов звена, в принципе. Ага, ну если я начну кричать, они могут и не пойти. Да, могут и не пойти, конечно, ну как оно, сила привычки, инстинкт. Ну да, так что мне надо сначала здесь поработать, не поработать, месячишко да. Другой, ну, тогда привыкнуть, ну что же. И вот, а вы этим голосом просто подражаете кому-нибудь или это просто... Нет, это просто, в принципе, можно приучить ко всему. Ага. К любому звуку, лишь бы любому, это был да. Условный рефлекс кормления. Условный рефлекс кормления. А вот в какие часы вы задаете им эту кормежку? Кормежка сдается в зимнее время 2 раза, утром и вечером, а летом 1 раз кормят. Да, все-таки у них из своих кормов достаточно. Да, летом 1 раз кормят. Это вот, я смотрю, большинство самцы здесь. Да, сам, это без стадо, рогов. Стадо самцов. Ну так-то в природе у них рога бы в это время были самые расходные. Конечно, самые. Просто они уже сняты у них, пан. Сняты, да. Ну, новые подрастут немножко или... Нет, это уже теперь будет на следующий год. В марте месяце, с марта месяца где-то, с конца марта. Ага. Коронки будут спадать. И 56 дней отсчитываем. И в конце мая, в начале где-то в первых уже числах июня будут понты. Ага. Ну вот я смотрю, они хоть и без рогов, но некоторые пытаются соревноваться друг с другом. А как падают. Же? Ну это же сейчас закон жизни, кто период, сильный. Период гона наступает. Да, уже все. За техническим, как позатихнее, где-то с 20 сентября, ну природа она тоже. У кого как, да, у кого пораньше. Ну, чуть пораньше, она нет, зависит от чего. От чего? Хорошая упитанность. Ага. И все это сказывается раньше. Начинается раньше. Есть у звеньевого и свои любимцы, которые приручены больше других и могут брать корм с рук. Некоторые даже решились подойти и к новому человеку.
панты – это основное сокровище, которое получают в этих оленеводческих хозяйствах. Но для ученых, для деятелей охраны природы, главный интерес на Дальнем Востоке представляют дикие, аборигенные пятнистые олени. В прошлом веке в Приморье их обитало примерно около 10 тысяч голов. Но за последние столетия шло быстрое сокращение ареала этого вида, и в наши дни пятнистые олени сохранились лишь на отдельных изолированных участках. Так, стада по несколько сот голов имеются сейчас в Лазовском заповеднике, на острове Аскольд, в заливе Петра Великого, в заповеднике Кедровая Падь и еще в нескольких местах, и общая их численность немногим более 1000 голов. Несмотря на возросшую численность пятнистого оленя, он по-прежнему требует особой заботы и внимания. Одна из опасностей, подстерегающих аборигенные популяции пятнистого оленя, это смешение с одомашненными вольерными оленями. Здесь необходимо сохранить чистоту природной популяции. А для этого, конечно, сохранить в неприкосновенности и все естественные места обитания этого вида. Мы прощались с Приморьем, с его удивительной природой. Те несколько дней, которые мы здесь провели, были очень насыщены. Это были встречи с учеными, работниками заповедников, охотоведами, егерями, лесниками, поездки в Уссурийский заповедник и другие места. Главное, в чем мы убедились, это то, что редкие животные, занесенные в Красную книгу, в Приморье находятся под надежной охраной, а использование природных ресурсов этого края становится все более рациональным. И в этом большая заслуга всех тех, кто стоит на страже природы, кто изучает и охраняет животных.